Да, кто внимательно слушал сегодня, что говорили на сцене. И у нас есть три вопроса, на которые надо ответить. Но чтобы соблюдалось правило, значит, сразу вот так вот поднимаете руку. Так, мы все смотрим, и кто первый поднимает, дает правильный ответ. И в таком случае, значит... Анна Михайловна. Софья. Да. Помогайте нам смотреть, кто будет первым. Кто будет первым. Ну, давайте первый вопрос. В каком году был основан военмех? 1931. Стоп. Неправильно. Неправильно. 32-й год. Это правильный